Дорогая моя Маша, пишу тебе это письмо, и одна лишь мысль терзает меня. Горько осознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и самые первые из них – ошибки, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Так что снаряжение экспедиции я получил. Николай, молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж. Обширную, покрытую снегами землю, которую мы открыли к северу от Таймырского полуострова, я назвал ее по имени. И скоро на любой географической карте ты сможешь прочитать привет, который шлет тебе твой Монтикома из Тремени. Саня, иди поближе, чего надуться, садись покушай.
Вы что, сороки, гляди, немого перепугали. Вырос отца помощник, ты ешь картошку, а их не слушай. Лучше, на всякий случай, гуляй пореже за бочагами. Там ходят лихие люди, ножами машут, размер с локоть, а наш хозяин шутить не любит, а наше дело мешки вологать, чтобы грабачу отправить в море, а наше море не слышит горе, гурит, хлопочет и знать не хочет про наши беды на берегу. Что?
Не шутите, так поступать не гоже. Этак не дай вам Боже. Не ведь чего народ артельный подумать может. Вот он про между прочим старший среди рабочих. Мы надоели дело честным людей морочить. Дом честным оказался сам злодействие расписался. Вырезал буквами кривыми на наше собственное имя. Где ты его оставил, ну-ка припомнишь, может, где и когда ты оставил свой меченый ножик? Метил я его, чтоб был приметней, да вот жально медней, где-то обронил и не помню где. Верно обронил, но не на медне, а сегодня ночью ты его забыл, я напомню где. Там у почтальона в животе. Этого быть не может, этого быть не может. Вы же слыхали сами, как он признал свой ножик. Этого быть не может. Хватит вам, разойдитесь. Вы что, в вашем благородии разберитесь. Вы там уж не сидите, грамотный винишек. Но по всему выходит рай, за что ошибка. Слово, ты, похоже, не умеешь. Прости, моряк, беги домой. Постой, ну слух-то ты имеешь, и все, что слышишь, разумеешь. Так ты лентяй, а не мой. А как же ты своих матросов сможешь ободрить. Не плачь, моряк, я знаю способ. Простой, но очень верный способ научиться говорить. Запомнить нужно пару фраз и повторить 100 000 раз. И если только повторишь, наверняка заговоришь. Послушай. Пыль.
Неприятно брать
идти без направления на образа. Вы же только на нынешнюю осень привели таких, как он, примерно 8. Можно ли так вести себя учителя школы коммуны? Мы спросим и ответим твердо, без обидников. Вы извините, нельзя. Thank you.
башку мне отвернет директор школы. И по делам. За 50 он прибью, как знал, что взобью. Попробуй ищи свеча. Я пить за блин не хочу. А я за нож его хочу. Вот так. Так это бабушка на том этаре, кстати. Он вечно брал про нее конец. Ты кто такая? Я татаринова Катя. Ты наш директор, твой отец. Светится мне, а дядя, а мы идем скорее к нам. Я им скажу, что это я разбил. Вот еще, я сам. Чай поспевает, мы по-простому
без должностей. Знаете, мой друг, как приятно бывает дома застать нежданных гостей. Я вас не понимаю. А видимо придется. Дарите розы в мае, дешевле обойдется. Визит без приглашения на грани Мавитона. Ах, Николай Антонович, к чему этот фэс? Ивана Павловича буфет не нарушает этикет. Или, быть может, мне принять гостей не позволяет домострой. Быть может, мне запрещено ходить в кино, смотреть в окно. Или в ожидании нервных вестей должна я скрыть лицо чадрой. Я вас не понимаю. И вправду непонятно. Не знаю и сама я, как выбраться обратно. В Архангельск нет возврата. И я, как приживалка у мужниного брата, 6 лет Боже мой, какой замок, когда в ваш дом пришла беда, кто, как не я, пожертвовав собой, вам помогал печаль унять, кто сделал все, что только мог, чтобы наступил тот день, когда мой бедный брат вернулся бы домой и снова смог бы вас обнять. Мечтал, чтобы этот день не наступил. Раз.
копилку беззаветно пронести через года. Не предавать и не сдаваться никогда. Друг сердечный, друг мой дорогой, знай отныне, я всегда с собой. И пускай поменяется мы, поменяется мир, сквозь года прорастая. Но 12 месяцев в году, знай, что я тебя не в обиду, я тебя никогда не предам, и в обиду не дам никому никогда. Григорьев, не выпускник, а горя.
полагать, что буду здесь тебя ругать за инцидент уж много лет, как позабытый. Кому скажи, сочтут враньем не на картинке, а живьем морские звезды, ежи и трилобиты. Наш дом открыт для всех друзей. У вас не дом, а дом-музей. Вот здесь триас, а здесь ордовик с поздней рожей. Хочешь он попал в моряк, и все, что плавало в морях, он привозил из дальних стран. Он был отважный капитан, он был герой. Да-да, он был герой, он был герой. Да-да, герой. Катюша, дорогая, у нас же в доме гости. Умом не постигаю, откуда столько злости. А вы не поймете, хоть голову сверните. Ребята, извините, пойдемте ко мне. Не умею терпеть там, где нужно покорно смолчать. Начинаю кипеть, начинаю дерзить, крича. Но попробуй сдержись, если весь этот дом через край переполнен стыдом, многотонным стыдом, тяжелее свинца. Дом, в котором порубка на память отца шел всю жизнь единственным курсом вперед, ни врагов, ни страшась, ни трудов. Чтоб прорваться в кольцо за полярных широт, он морозил корабль в дрейфующий лед. С тех пор, почитай уж 13-й год, как исчез безо всяких следов. Где-то в морозном краю, таком немилосердном к его кораблю, не уберег он святую Марию свою. Не может быть! От капитана этой шхуны. Не может быть! Ромашка, ты ж его читал, но вспомни, ты ко мне пристал в тот день, как я попал в коммуну. Не может быть! Но я тебе еще в тот раз чуть было не заехал в глаз. Ах да, теперь припоминаю. Такой зелененький конверт, сначала Машеньке привет, а дальше шло про Николая. Где это письмо? Да в нашей спальне, в старой моей сумке. Подумать подобную гнусь, клянись, клянись.
строка, и нету целого куска, там просто нет второй страницы. Она была, но вот беда, я не могу понять, куда она могла запропаститься. Куда ж я мог ее девать? Там было горько сознавать, что все могло быть иначе. Да так и было, я клянусь, я ее помню наизусть, там дальше шло про неудачи. Неудачи преследовали нас, и самая первая ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, та, что снаряжение экспедиции поручил Николаю. Да, Николаю, молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами обязаны именно ему. Не только я один, весь экипаж со Святой Марией шлет ему проклятие. Не только я один, весь экипаж Святой Марии. Нет, это невообразимо. Ты что-то путаешь. Да нет. И подпись вроде псевдонима. Ты честно вспомни. Манготима. Как Манготима? Что за бред? Спасение нет, или лекарство, что помогло?
только что сказали? Неужто это правда? Ну как же так? Ну как же так могло случиться? Как же так могло случиться? Кто нам это говорит? Тот, чья ты еще сочится, чей цинизм столь не прикрыт. Нам как раз не доставало ныне здесь клеветника, чье разумье наезжало, нанесло удар наверняка. Да как ты мог сегодня прийти в этот дом, где боль, где смерть, где рана еще так свежа? Ведь ты, как пруд, придумал нам этим письмом, ее убил одной клеветой без ножа. Нет, доступно пониманию, для чего ты ей внушал, что повинен я в деяниях, коих я не совершал. Лишь единственный свидетель, ей чей суд я признаю, тот, кого уж нет на свете, кто во льдах закончил жизнь свою. Да нет, клянусь, оно так и было в письме. А где письмо? Ведь нет ничего, кроме лжи. Убил! Убил! А место убийцы в тюрьме. Но я клянусь, пожалуйста, Катя, ведь ты-то мне веришь. Скажи. Жизнь отца не сумел я спасти, потому что не был как рыба. А теперь сказал все, что знал, но уж лучше был бы, как прежде, нет. Только правда, лишь правда в чести. Нет уж, сыт по горло, спасибо. Вот он, правды, страшный финал. И кому это нужно? Кому? Зачем? Как хорошо, как раз перевернулся.
и на опасном вираже благополучно в землю не воткнуться, хотя казалось бы уже. И вот в небе море по колено, не удержать его ничем. Готов летать пилот в четыре смены, хотя казалось бы зачем. Я в чисто поле выйду полотру лениво, крутну винтом, вильну хвостом, не заволнуюсь. Yeah.
я 9 лет покорно жду. Не знаю, что это, безумье ли, гипноз ли. Неужто я настолько плох, чтобы с 12 до 3 без перерыва на обед все время слышать слова нет? Скажите «да». Ваш пафос ни к чему. Но почему? Но почему? Так вот, я знаю почему. Меня третируете вы из-за того, что прошлого фантом упрямо застит вам глаза. Вы так привыкли жить в дому сгоревшей в юности листвы, и 9 лет вы помните о том, кто все забыл 100 лет назад, о том лжеце, что клеветою эти стены осквернил. И 9 лет вам не писал и не звонил. Да? Да? Да! Что происходит? Встаньте, мой друг. Ну-с, да когда назначена свадьба? Сам бы хотел бы это узнать бы. Я уж почти женился, как вдруг кто-то звонит, и все на смарт. Девушка в 3 прыжка выскакивает вон. Ну да, ну да, конечно, это он. Кто? Я свой доклад по Белому морю делал вчера в главсевморпути, где и узнал, что некто Григорьев к ним завтра утром должен зайти. Я слышал, он хлопочет в инстанциях высоких о рейде поисковом на север и востоке. Он, видите ли, хочет все сразу и немедля, на редкость непоседлив, заклятый ваш друг. Вот ведь как нарочно выбрал времечко, нет бы подождать еще маленечко. Я тут на коленях, чусь понравится, а ему все даром в руки валится. Мне нужно от него избавиться, и вы обязаны помочь. Обязан? А как же? Видимо, вы забыли о том, как, выполняя вашу же просьбу, я вам помог с тем самым письмом. Вот был бы ужас, если б нашлось бы несколько строк на ветхом листочке. Толстых томов ценнее 100 крат. Смогут они расставить все точки в деле о том, как сгинул ваш брат? Нет. Вы обязаны помочь. Пусть уберется из Москвы. Да коли можно портить людям кровь, интриговать и угрожать. Ну вот, я вижу, вы не прочь. Уж не надеетесь ли вы завоевать Катюшину любовь путем угроз и шантажа? Ну что ж, валяйте, ворошите наше грязное белье. Спешите точки расставлять над ё. Thank you.
Саня Григорьев, черт побери, искренне рад такому сюрпризу. Здравствуй, Ромашка, здравствуй, подлиза. Саня, кончай пускать пузыри. Ты-то чего здесь оказался? Да уж не ты ли часом воду здесь мутишь? Ты что? Гляди, куда так улетишь? Ты чего? Это вовсе не я. Это наш старикашка проказит. Он боится, что твой перелет воскресит его старый грешок. Он тут ползает, словно змея. Он использует старые связи и уж точно на все, что угодно пойдет, лишь бы замысел твой растереть порошок. Ты давай не крути, ты сам не зеваешь. Я вообще на твоей стороне. Ишь, как заворковал. Что ж тогда 9 лет ты такую улику скрываешь? Я-то знаю, что ты то письмо своровал. Ну не делай такое лицо. Понимаю твое раздражение. Надо было клевету, ну вы, естественно, жаждешь суда. Ты получишь свое письмецо. Ну уж сделай мне одолжение. 48 часов уберись из Москвы и не лезь в наши скати дела. Никогда. Я, похоже, помешал. Нисколько, Николай Антонович. Видите ли, только что с настойчивостью чрезвычайной верный ассистент ваш, не стесняясь, предлагал мне помощь в том, чтоб опозорить вас навек. Да-да, весьма печально. Он, подлец, припас на вас опасный компромат. Да-да, я в курсе, из чего бы ждать иного. Я его взрастил, а значит, сам и виноват. И что подлец он для меня отнюдь не ново. А кто же с ним рядом, летчик Григорьев? Нет, не назвать его подлецом. Сеятель смерти, боли и горя, с доброй душой и честным лицом. Как раненого волка меня вы обложили. Один вцепился в колбу, другой терзает жилы. Ах, как я ненавижу вас, молодых и властных, ступающих все ближе и ближе, и ближе, готовых бесстрастно топить старика, который щерится из тупика. Но зубы есть, но зубы есть. Но зубы есть, пока! Thank you.
я отыщу ее, чтоб доказать. Thank you.
ехать один. Зачем же только ты поехала со мной в Ленинград? Напугал. Я тут чудом попал на спецрейс из Москвы. Волновался ужасно, повсюду искал. Под бомбежкой весь город пешком прошагал и нашел, слава богу, живых. Я вам могу помочь покинуть этот ад. Ведь город обречен, к чему вам эти муки? Слушайте, Ромашов, не отводите взгляд. Скажите, почему у вас трясутся руки? Вы пейте водки глоток. Вам нужно подкрепиться хотя бы чуток. Прежде чем... Что с ним? Войны. Приговор так жесток. Что с ним? Он жив? Говорите. Я его повстречал в сентябре. Он лежал в санитарном вагоне, тяжко раненый в ноги и в грудь. Он ни с кем не вступал в разговор. В тот же день в 6 утра на заре, на каком-то степном перегоне, нам немецкие танки отрезали путь и, шутя эшелон, расстреляли в упор. Я его оттащил от железной дороги до болот, до ближайших осин, уложил под кустом. Он был слишком тяжел, мне пришлось отползти за подмогой. А потом, это ужас, что было потом. Я вернулся за ним через час. Думал, он все лежит неподвижен. Я метался среди этих осин, но найти его так и не смог. Я пытался, но, каюсь, не спас. И, конечно же, вряд ли он выжил. Безоружный, больной, совершенно один в окружении врагов и почти что без ног. Казалось бы, и не за что мне было абсолютно его любить. Это не я, его не стал я убивать, хотя и мог в лесу безлюдном его добить. Я не пойму, как выполз он, когда бомбили эшелон. Как он добрался до этих осин, где я наткнулся на него, едва живого друга детства своего. Да, я не любил, да, я не любил друга своего, да, да, да. Ну и что с того? Клятва на крови, дружба навсегда, все это мура. Чушь, детская игра. Закон природы прост, и змеиного яичка, и змеиного яичка не вылупится. Дрозд, не получится синичка, не получится синичка. И глупо ждать, что род людской устроен по-другому.
человеки, из непорочных человеческих детей. Никто другой уже не вырастет вовеки, кроме людей, мерзких людей. Я сказал ему все это, он ответил: отвяжись. Я сказал: ну вот уж нет уж, ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Это штука-пистолет. Я сейчас махну рукою, и моей проблемы больше нет. А он, мол, врешь, мол, слаб-то покончить со мной. А я, смотри, смотри, я спускаю крючок. А он, стервец, коллега лежачий больной, схватил костыль, да так его сильно швырнул, что обелел. Чё? Он же костылем мог меня убить, это же монет. Вот. До сих пор синяк. Я этот костыль, я его схватил и расколотил. Я забрал его вещички. Всю еду и даже спички. И я ушел. Просто ушел. Это не я его убил. Он сам подох.
тут живой. Ты живой! Проходи, будь как дома, присядь. Хватит притворяться идиотом. Ты в чужой квартире. Что ты делал здесь один? И я здесь не один. Хозяин, а вот он. Где? Чего ты меришь? Вот, да вот же он, вот он, гляди. Что с ним? Инсульт. Он стал сдавать с той поры, как из жизни ушла Катина мать. Ну а потом внезапный Катин отъезд. Тут уж старик расхворался совсем. И вот теперь влачит больничный свой крест. И что самое страшное, он полностью нем. Он стал немым. Из этих стен вместе с Катей ушла жизнь, которой когда-то дышал этот дом. Внутри зала все сгорело дотла, и едва возродится когда-то потом. Теперь уже навсегда в этом доме беда поселилась. Стой, что ты имеешь в виду? Ну, то, что Катя. Что, Катя? Ты что, не знал? Ты врешь! Я видел сам, как она умерла. Я сумел их найти, но спасти не успел. Весь Ленинград без еды и тепла жил так долго, что мало кто там уцелел. Теперь мне врать. Бог свидетель тому, и поверь, мне, быть может, еще и больней. И нам нечего больше делить, нам осталось лишь память о ней. Из парохода стреляет пушка, сейчас собьет самолет. Да ну!
Жив. Да вот башкой а пулемет, как фашист. Фашист отлично. Не сплывет. Проблематично. Веселится и ликует весь народ. Будете знать, собаки, наш воздушный флот. Кстати, что там с самолетом? Да там часа на два работы. Так немножко обгорели провода. Но на нашем тарантасе не взлететь с разбитым шасси. Там чего-то отвалилось. Не беда, палки прихватим, будет шасси хоть куда. Ну-ка, взяли. О, капитан, гляньте-ка. Эй, ребят, не убегайте, ну, давайте, помогайте. Не размяться нам чуть-чуть по холодку. Мы свои, но мы за наших, нам бы пару деревяшек. Мы бы шасси починили и ку-ку, а? Ну-ка, дружнее, приготовились к рывку. Деревяшка. Гляньте, братцы, вот так шасси и галмура. Ой, откуда же бы взяться? Карабином багру. Что за буковки такие? Жаль, попортила вода. О, прочел! С.В. Мария. Что? Откуда? Дай сюда. Где вы это взяли? Это было давно. Сильно давно. Тот человек пришел сюда со стороны большого льда. Пешком по ледяному полю. Да, это он. Он много дней провел в пути. Мы не смогли его спасти. Он был, однако, сильно болен. Конечно, он. Приду совсем уже без сил. Письмо он довезти просил. Туда, до русских поселений. Я свел письмо в Егорский шар. В тот год хороший был базар. Мы продавали там оленей. Вещей немного было с ним. Все, что осталось, мы храним. Шхуна «Святая Мария», корабельный журнал. Thank you.
кабина и 8 дырок вдоль борта. Разбита вдрызг приборов половина, а снизу тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Командир вслепую без наводки решает сбросить весь запас. И гаду немцу прямо посередке жарок попахнет в бровь, а в глаз. Уж я не помню, братцы, как бы приземлились, вертя хвостом в дыму густом. Болтало так, что крылья чуть не отвалились, а потом... Еще чуток, еще бы самую бы малость, и самолет путин сырье. И только все-таки оно не поломалось. Крыло мое! А вот и он. Ну ты даешь. Да разве можно так летать? Ну ты силен. Ядрёного ж ты мог костей не сосчитать. Аккуратнее бы надо там его не излечить. Ведь эту самую награду ты мог живым не получить. Чуть не забыл, товарищ капитан, простите, разрешите обратиться. Разрешаю, лейтенант. На КПП, ну в общем там вам гость, похоже, из столицы. Это какая-то ошибка. Я никого не жду. Дождете, капитан? Еще как ждете. Thank you.
безумная.